Здравствуйте. Сегодня в «Автоновостях» мы расскажем о дорожных событиях, которые произошли в краевой столице за неделю. «Безопасный путь домой» – так называется акция, которая стартовала на этой неделе по инициативе краевого ГИБДД. Инспекторы вместе с первоклассниками взялись нарисовать этот путь прямо на асфальте. С помощью трафарета нанесли белые следы от ворот образовательного учреждения до ближайших к ним пешеходных переходов. В госавтоинспекции уверены, что такая работа поможет снизить количество дорожных аварий с участием детей. В 2015 году в Барнауле произошло 125 таких ДТП. Это, как говорят инспекторы, намного меньше, чем было год назад. Из категории нелюбимых в разряд предпочитаемых 2 сентября официально завершилась реконструкция проспекта Калинина в Барнауле. Автомобилисты уже обсуждают качество работ. Асфальт ровный, машина едет легко, люки и решетки вровень с покрытием, свеженькая разметка. На ремонт из краевой казны выделили 150 миллионов рублей. За 2 месяца проезжая часть изменилась до неузнаваемости. Новое покрытие практически бесшумное и ему нипочем шипованная резина. Материал позволяет улучшить сцепные качества дороги. Кроме этого, он по безопасности движения более безопасен, так как во время дождя за счет своей шероховатости он водяная пыль от проезжающего транспорта гораздо меньше, то есть, соответственно, видимость обеспечит. Кстати, сообщество автомобилистов краевой столицы «Барнаул-22» провело свою инспекцию дорог. Активисты сначала запечатлели на видео их состояние весной, а теперь проехали по тем же транспортным артериям и сравнили. Результатами остались довольны. Говорят, спустя полгода дороги в центре города не узнать. Мы едем по проспекту Красноармейскому. Здесь тоже было очень много ям, но сейчас тут заделали. Тоже произведен ямочный ремонт. Очень удобно двигаться, никто не сбавляет скорость. Кстати, «Барнаул-22» подготовил целый сравнительный фильм. Он вскоре появится в интернете. Не забывайте соблюдать правила дорожного движения. До свидания.